Привез. Все, садимся за стол. Боже милый, сказал мне, Господи, помилуй меня. Бесчестно согрешил, Господи, прости меня, Господи, помилуй. И освети дары твои, дай, слово истины молитвы. Аллилуйя, аминь. Так, пожалуйста. Алексей Лаврентьевич, это ваш обед. С этой стороны. Под деревом. Видите, детство вспоминается. Разбежать вас. Это у меня тут рыба сухая. Ропер. Ропер. Алтайский. Кастрюля-то какая. Как сказать это? Корзинка-то. И возлежали они со Христом вместе. Так. Я сухари мочу. Если вам сухарики охота, вот пожалуйста. Смотрите, Алексей. Ой. Сухари у меня. Ага, зубов-то. Вверх не есть. У меня нету, вот воду обмахнешь, они тут же прям расходятся. Прям мгновенно. Мягенькие делаются. Вроде прорезался. Красивое там место. Самый страх проехал. Ну, вот надо, я вам показал планку какую. Ну. А потом у меня просьба будет. Просто одну к одному подвигать, подвигать ничего нету. Не выше которой бровки-то. А потом сравнять и все, чтобы она у нас маленько вот так была. Запасной материал дать. Когда выровняете все, после этого одну за одной чашки приставить. Я скажу. Бровки что остались с обеих сторон? Бровки что остались с обеих сторон? Вот когда все выровняете, на ту планку я показал, а потом грузите вплотную туда, к этой, вторую, к ней, третью, четвертую, а потом поверху один раз пройти, сравнять их, и все. Чтобы у нас было, мы далеко таскали землю. Там нужна вам земля трамбовать. Да, потому что прорва где-то в боку бывает, а ну, надо думать вперед. Это вода. А это? А что бобры под водой прорезают плотину? Под водой. И не знаешь, где у него дыра. Главное, так прошел, а там повернул вдоль дамбы и вышел в другом месте. Не знаешь, где блокировать его. Он опасный очень. Первый год, когда появились, я ребят просил осинки привязать, ему приносить. На обед. А он нас начал губить. Вот интересно растет березка. Березка и тальник. Не вяжется. Брат, садись с нами. Поеду я. Такое изобилие нам всегда дают. Сегодня Люба дежурная. Ну все. Я рыбой займусь. Вот берите, вот она открытая. Гальян сушеный. Спасибо, я суп. Я вот супом заем. У нее ни костей, ничего нету. Солоноватые. Не безбожники сказали бы, для пива хорошее. Пиво это зло. Хуже водки. Садись, брат, кто на этом?